Вероломная атака на королевство бюджетных смартфонов. Войска Xiaomi и Meizu приведены в полную боевую готовность. А у противника в авангарде Lenovo K6. Это бюджетный смартфон за $120. Ну, кто вообще мог подумать? И не торопитесь плеваться. Бюджетный смартфон в 2018 году совсем не похож на своих далеких предков. И главное что? Главное, чтобы производитель понял, чем пожертвовать можно, а чем нельзя. И вы знаете, в Lenovo поняли. Внешне, конечно, K6 мало отличается от той же серии Redmi у Xiaomi. Но к сборке и материалам никаких претензий. Крышка металлическая, сверху и снизу, конечно, пластиковые вставки. Но очень приличные и не особо выделяются. Смартфон легкий и довольно тонкий. Сзади все ровненько. Шустрый сканер отпечатка, вспышка, камера и микрофончик. Камера, правда, чуть выпирает, ну да ладно. Снизу два динамика с поддержкой Dolby Atmos. Хоть и рядом, но стереозвук выдает неплохой. Единственная странность, куда же без них. Разъем microUSB рядом с мини-джеком сверху. Ну такое. Кнопки сенсорные, причем без подсветки. Так что в темноте придется искать на ощупь. В продаже есть три варианта. Темно-серый, золотистый и серебристый. Не особо разгуляешься, но есть из чего выбрать. Экран Full HD, 5 дюймов. Яркости хватает и на солнце. Есть более насыщенный пресет и обычный. Придираться тут особо не к чему. Да и вообще, в такой ценовой категории Full HD это уже круто. Внутри все уже не так круто, конечно. 2 гигабайта оперативной памяти для такой модели это вполне нормально. А вот 16 для хранения ну совсем мало. А если учесть, что сама система займет часть, то останется около 9 гигабайт. Можно, конечно, удалить лишние приложения, которые сюда понаставляла Lenovo. Но есть слот для microSD, который решает проблему. Вставляем карту памяти до 128 гигабайт и все. Правда, тогда уже второй слот для сим-карты отменяется. Тут уж либо одно, либо другое. Snapdragon 430 тоже нельзя назвать современным, но для нормальной работы системы и приложений его хватает. Вот скриншот из AnTuTu. Не все так плохо. Но и поиграть с максимальными настройками в Asphalt 8 не получится. Зато все хорошо с батарейкой. Несколько дней при умеренном использовании K6 протянет легко. А все благодаря 3000 мАч и оптимизации. Кстати, у K6 есть родственники. K6 Power отличается более емкой батарейкой. Там 4000 мАч. А K6 Note диагональю на 0,5 дюйма больше. Еще одна приятная неожиданность – это камера. Вряд ли кто-то за такие деньги ищет камерафон. Но K6 в этом плане не так уже и плох. 13-мегапиксельный модуль снимает вполне прилично. А если заморочиться с ручными настройками, то можно выжать еще больше. Ну а фронталка как фронталка, с фиксированным фокусом. А из других приятных мелочей – поддержка LTE. А ведь еще недавно это вас мало интересовало, правда? А вот NFC при такой цене ждать смысла не было. Его и нет. Как и скоростного Wi-Fi 802.11ac. Тут только N. Пока что K6 работает на 6-м андроиде, но в мае обещают обновление до 7-ки. А вообще, эта модель есть в списке на обновление до Oro. По-моему, огонь. Если нужен максимально доступный смартфон, с которым не стыдно, то Lenovo для вас постаралась. А вообще, я хочу отдать вот эти 2 смартфончика кому-то из вас. Кто подпишется на наш канал и оставит комментарий, чем же ему так приглянулся K6. Разыгрывать будем среди жителей Украины. Можете успеть переехать, если что. У нас, например, Telegram работает. Всем пока! С вами была Ника и канал Розетка.ua. Подписывайтесь, оставляйте комментарии и выигрывайте смартфон.